Ого! Чего? Она украла мое лицо? My face! Ага! Привет всем, ребят! Витёк на экране, и это Redneck at Astro Monsters Show. Игруха только вышла, только-только-только, но на Ютубе рекламу уже довольно давно крутят. Наверняка вы видели про нее рекламу. Я вот просто заскочил. Мне понравилась рисовка вообще игрули. Она какая-то просто монструозно крутая, чем-то даже отдает капхеду какому-то. Ну, окей, давай смотреть. Русский язык есть, все нормально. Смотрящий. Мы нашли! Взять его. Та-та-та-та-та-та-та-та. Мулончик хороший. Что-то поломалось, а? Let's play. Что такой тихий взрыв-то? Должно было рвануть адски. Ого! Чего? Она украла мое лицо? My face! Че это такое? Какого хрена произошло? Так, движение. Левый стик движения. Что там? Как быстро двигаться? А, быстрая атака. Какой квадрат? Такой квадрат у меня иксбоксовый. Это медленная атака. Вот это быстро, все понял. Перекат. Так, погоди. Высокий прыжок. Прыжок, зажмите Х. Что-то здесь как-то странно все. Подъем, 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 подъем. Соскок. Что-то с управлением они явно перепутали, потому что она говорит, нажми одни кнопки, я другие нажимаю, у меня все по-другому. Так, я разбил ящик. Так, сильная атака. Бж. Это мое лицо, отдай! Что происходит вообще? А-а-а, они меня заманили, да? Это дичь какая-то пока. Вити пытается... О, нормально. Я нашел свою аудиторию. Если вы там себя нашли в этой орде, то лайк обязательно поставьте. Astro Monsters Show. Приветствую вас, дорогие зрители. Сегодня стартует новый сезон Astro Monsters Show. Я рад снова видеть вас всех здесь. Уже который год случайно выбранные участники соревнуются за звание чемпиона. Некоторым завоевать это звание удалось. Они получили известность, богатство, а главное свободу. А, так Astro Monster это он. Это он Astro Monster, остальные нет. Остальные же участники до сих пор борются, проходя арены снова и снова, пока не получат очередную заслуженную звезду для повышения рейтинга. Да-да-да, все мы за них болеем и верим в них. Но это новый сезон, а значит у нас новый участник. Знакомьтесь, Эд с планеты Земля. Он пока занимает последнее место в рейтинге, но давайте посмотрим, как быстро Эд сможет продвинуться. Итак, шоу начинается. Приветствую тебя, игрок. Что? Где я? Это спарринг программа. Меня зовут Апмин, кажется. Но ты можешь звать меня учитель. Я подготовлю тебя к нашим испытаниям. Я думал, что мне это приснилось. Черт возьми, пришельцы. Вы существуете, я знал, я знал. Как по мне, пришелец здесь ты. Хватит болтать, покажи, на что способен. Боб, иди сюда, ударь его. Игрок, если сможешь. И дж. Дж. Вучи! Это плохо. Что такое вучи?
Придется обучить тебя основам. Я дарую тебе знания быстрых ударов, осталось обучиться использовать этим знанием. О, что это? Я знаю кунг-фу! Эффективная комбо можно совершить на земле и в воздухе. Нажмите куча квадратов, у меня, видимо, куча иксов, чтобы выполнить комбо. Тихо. Так, работает. Хорошо, освоился. Импровизируешь. Это твой недостаток не в технике боя. Ты смотрел земной фильм «Матрица»? Первый раз слышу. Теперь я обучу тебя сильному апперкоту. Мне начинает это нравиться, я точно не сплю. Нажмите треугольничек. Можно подбрасывать сразу несколько противников, чтобы подбросить противника в воздух. Да, еще бы я знал, что такое треугольничек. Нифига себе! Не туда. Хавла. Хавла. Ты можешь быстрее, предела нет. Я понял, что вы делали. Хорошо, теперь давай соединим два приема. Подбрось Боба в воздух и выполни слабое комбо по нему в прыжке. Еее, наконец-то я справился. Неплохо, думаю, зрителям это понравится. Мы еще увидимся, Эд. Я готов, Морфеус. Что? Ничего, просто фильм вспомнил. О, я провалился. Так, мне вот сюда, да, какая-то земля войти, Л. Что тут происходит? Мир Z, мир, где преобладают кремниевые формы жизни. На арену. Ауч. Я лайки собираю. Да тихо, погоди. Что-то музон какой-то. Что это за кулак-то? На! 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 Готов! Нет, не готов! Черт! А, еще перекаты есть! Бля, что так громко-то? Капец, музон что-то резко зарубил сильно. Сейчас. Что, что это было? Я думал, что умер. Это был сон? Все в порядке, Эд. Это не сон, а ты действительно умер. Да твою ж мать. Мы воскресили тебя, используя генный материал, который изъяли ранее. Понимаешь, на шоу никто не может умереть это окончательно, иначе бы у нас слишком быстро заканчивались участники. Есть в этом всем что-то неправильное, но какая разница, если я теперь бессмертный? Муа-ха-ха-ха! Всегда хотел это сказать. Ну, в каком-то смысле это так. Удачи, Эд. Так, сейчас, погоди, что-то с громкостью было просто адовое. Странно, все нормально вроде стоит. Кто-то, видать, музыку закинул... Ретрогейт. А, окей, давай. Нет, это просто очень громкая музыка. Хорошо, ладно. Говнюк, уйди! Да что ж ты... Да куда ты... я должен был первый ударить. Я справлюсь. Давай, больше лайков. На! Excellent. Во, видали, я прошел. 188 лайков собрал, у меня прям это за спиной показывает. А я, видимо, эти лайки потом тратить смогу, да? Поздравляю, Эд. Ты справился с первой ареной и получил награду. А это значит, что тебе пора посетить лабораторию доктора Франки. Спустись в лобби прямо сейчас, он ждет тебя.
Я что, чем-то заразился на арене? Ни в коем случае, нет. Доктор Франки просто поможет тебе прокачаться. Так. Так. Апгрейд. Давай, заходим. Воу, Франкенштейн. Вы, получается, доктор Франки? Да. А ты у нас и выходит, Эд. Поздравляю с первой победой. Ага, вы ждали меня, чтобы вернуть мое лицо. Я бы, конечно, очень хотел отомстить моей той девчонке, но так и быть, приму его сейчас без последующих претензий. Я ждал тебя, чтобы прокачать, не более. И из чего вдруг лицо должно быть у меня? Кто его забрал, того ищи. Ну что, начнем? Вставай в аппарат. Хреново, что здесь музыка совсем тихая стала. Она так-то атмосферненькая. Зайди в машину. Так, что я могу сделать? Увеличить здоровье, больше предметов в слоты еще какие-то есть. Увеличение количества слотов под карты эффектов. Но я могу только ХП прокачать сейчас. Улучшить. Лайки будут списаны с вас и счета. Подтвердить? Да. Следующее увеличение 600 стоит. Ну все, у меня больше ничего нету. Ха. Я заметил, что ты не пользуешься своим G-Pad. Что это такое? Чем-чем не пользуюсь? Мы выдаем всем участникам G-Pad, чтобы они могли следить за своим прогрессом и пользоваться бонусами, которые доступны на шоу. С его помощью можно экипировать карты эффектов, предметы и суперприемы. Также в него встроен небольшой мессенджер, он локальный, для тех, кто на шоу. Написать друзьям и родным не получится, я буду присылать оповещение, когда у тебя будет достаточно лайков для нового апгрейда. Мне казалось, что я тебе это уже все рассказывал. Так, нажми share. Это что у меня? Так, это меню. Ага, все нашел. Ага, good streamer, смотри, в два раза больше лайков от ударов. Местное изобретение. А это у меня сейчас стоит, да, такая штука? А, это я могу вы... Погоди, а это что? Это же у меня уже есть. Извиняюсь. Я просто подавился собственным воздухом. То есть, получается, я вставил сейчас Good Streamer, то есть синенькие вставляются, наверное, да? А эти изначально есть. А тут что у нас? Эффекты, предметы. А предметов у меня и нету, да? Вкладки. О, тут какой-то Виктор на первом месте. Что за говнюк? Сморг. Сморг. Так, ну ладно, я лайки получил, да? Увеличенное количество лайков. Поехали. На первый этаж, заново. Так, что теперь? А почему здесь мало лайков? Фунгустрон какой-то. Победите. А, это медаль, да, победите, получите серебро за время 1 минута 0 секунд. А, то есть нужно несколько раз проходить, да? Просто победить, победить за минуту 30 секунд, а потом победить за минуту. А, тут еще и сложность есть. Сначала легко надо пройти. Охренеть. Это что это такое? Я до него не допрыгиваю. Все, я понял. Говорят, тут батуты есть, в общем. Погнали. Хорош наплюшил его. На! Давай, Витек, руби говнюка! Лайки собирай, они потом уходят. Ау. Да хорош, тут перекаты есть, да? Давай, иди сюда. Иди сюда. Ау! Что-то немецкое играет, такое ощущение. Отсюда я не допрыгиваю. Ауч! Он слишком далеко от меня. Так, ладно, он идет сюда. Он идет сюда, прыгай! Да куда ты? О, давай отсюда прям. На, на, по щам! Куда так высоко-то? Не допрыгнуть. Перекаты в воздухе не работают. Так, готовимся. Давай, давай, плюхи ему! Вот, давай, 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 налево, налево, перекат. Куда ты убежал?
Паразит. А не лайки. Ладно. Туда уже не успею. Он сюда пошел. Да ты... На, на! Догнал слегка. Стоять. Да что ж ты будешь делать-то? Неуловимый мститель. О боже. Давай, 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 давай. На! Хорош, надавал. Тихо, тихо. Опять летят. Слушай, как тут за минуту его победить-то можно, а? Может, там прокачаться надо сначала как-то? Потом я смогу за минуту его побеждать. А что-то я сейчас промахнулся адски. Давай, добивай! Чуть-чуть осталось. Давай, есть! Жесть. Соточку. Но я его не убью за минуту. Пока, видимо, это не вариант для меня. Отлично, Эд! Это уже вторая победа, поздравляю! Шоу пробудило в тебе боевой дух! Но-но, не присваивай шоу заслуги армии! Армия, говоришь? Армия, это может моментально обучить тебя новому приему? А мы можем и прямо сейчас, следуй в магазин в лобби за новым приемом. В лобби на новый прием. Только. Астрошоп. Заходим. Ушел на обед, приходите позже. Оу, пс, парень. Карту улучшить не хочешь? Какую карту? Как улучшить? Ты кто? Малозад в пальто. Вот такую. О, фига себе. Внутренний мир. Инопланетянин его видел. Страшно. Поменять карты, улучшить карты. В 3 раза больше лайков от ударов. А, она 700 стоит. Прикольно. Тренинг машин. Так, машина для тренировки. Давай посмотрим, что здесь есть. Угу. Сильная комбо, чтобы выполнить комбо. Смотри, что это такое есть. А это я не могу ничего брать. То есть надо сильное комбо брать. Лайки будут списаны с вашего счета. Подтвердить? Да. Я знал, что мы встретимся. Шуишен. Здесь ты всегда можешь потренироваться. Ведь знать путь и пройти его не одно и то же. Вон Хон Ю Эд. Я вижу жажду силы, присущую тебе в тебе. Сильное комбо, самый тяжелый удар в твоем арсенале. Враги будут разлетаться во все стороны. Но не забывай, разгоняя свое тело этими движениями, ты рискуешь попасть под более быстрый удар противника, так как остановить такое движение твоему телу не под силу. Давай, поехали. Ну а как начать-то? Так, это обычная комбо. А теперь тяжелая комбо. Воу! Все, я понял. Спасибо, заберите меня отсюда. Все, мега комбо нашел. Ушел на обед. Давай, еще кого-нибудь попробуем замочить. Чтобы вот эта штука открылась, нужна еще одна звезда. Это что такое? Какие-то ворота. Осмотреть. Неудобная конструкция. А что за свинья? Так, она бежит за мной. Она какая-то упоротая. А, во, Firehouse появился. Все, легко. Победите. Давай, я что-то не... Ого. Ого. Готовченко, а? Че стоит? Опа, не попал. На, по жопе. Ау, черт. На, по жопе 2. О!
Короче, надо ждать от него, походу, дела вот этого вот удара его двойного, да? На! Здесь такую комбу провернул адскую. Так. Нет? Это было тяжело. Да я знаю, что меня еле слышно. Здесь в игре какие-то странные настройки по звуку. Да ладно, мне даже серебро дали? Я даже серебро сделал, а как я это сделал? Третья победа, так держать, Эд. Опять собираешься меня куда-нибудь отправить? И вообще, где остальные? В комнате отдыха, конечно. Это сразу за магазином в лобби. Теперь у тебя есть доступ в нее. Остальные участники уже там. Ты тоже можешь к ним присоединиться. Удачных новых знакомств, Эд. Ну что, пойдем посмотрим, что там у них происходит в комнате отдыха. Не понял, куда нам, наверх, что ли? Вот это вот комната отдыха. О, боже! Говорить можно, ладно, говорить, кстати. Мне от тебя ничего не надо, чувак. Что бы ты не хотел сказать, нам неинтересно. Видимо, со всеми не надо говорить. Да капец, там динозавр на гитаре лобает. Жестко. А что за смумрики страшные? Купить предметы. 5000, карманный магазин, антифриз, ключ от служебного отсека на первом этаже. Ага. Лакомство для свинки. О, кстати. Прикольно. Туалет закрыт. Туалет не работает, но подгузники не раздают. И что теперь делать? Дилемма. Бич. Ну, забавно, забавно. Мне кажется, чуть-чуть не хватает полировки игре. Так-то идея хорошая, но вот полировочки не хватает. Ну, совсем чуть-чуть не хватает полировочки, реально. Планета молний. Ни хрена себе там, ротан. Победите. Победите, не получая электрического урона. Победите, получите серебро. За одну минуту еще. Не получая электрического урона. Я даже не знаю, где тут урон дают. О, он такой маленький или что это такое? Ой, что это такое? Это электрический урон, да? Ну, подходи, что встал-то? Капец. Можно их водить по электричеству, наверное. Пошел сам электричество обнимать. На. Ой, трое. На. Ух ты, он живой, бежим. А-а-а, боже мой, получил. Блин. Чёрт! Пацаны накрылись сами. Блин, ну электричеством я получил урон. Ну я там еле выжил так-то. О, новый предмет, вампир. Сфера это вот сюда, да, наверное, какая-то вставляется. И яблоко для свиньи.
Че за яблоко для свиньи? Смотри, на второй этаж я не попадаю. Мне нужно еще хорошо прочистить первый. То есть нужно еще повыполнять какие-то обилки сделать, да? О, прикольно. Пойдем яблоко для свиньи купим. Где это было-то? Я забыл, кстати. Ну и сферу возьмем. Вдруг это прикольно, сейчас откроем там что-нибудь. Так, где свинья? Как ей яблоко дать? Если шар — это ключ, то у ключника должно быть много места в штанах. Так, как яблоко свинье дать? Так, как дать яблоко свинье? Вот яблоко. Как его использовать-то, елки? В общем, видимо, я зря это купил. Что я могу сказать? Побегите, победите, похвала, найс. Что такое похвала? Похвала, найс. Что, давай еще разок попробуем вот этого говнюка. На! На! Ага, а чё это? А чё это? Я понял, здесь просто более сложная. Пошла комбинация. И опять этот громкий музон. Здесь просто посложнее. Говнюк, я должен был Flawless Victory сделать. На. Ребят, блокирует еще. Давай дабл-клюк. На. Давай, обоим лицо начистим. Yeah. Блин, реально Flawless Victory почти сделал. Чего? А, ну вот я еще один лайк получил, да, еще одну звезду. А, так это все, я понял, это было нормально. А, я налегко все прошел на золото вообще. За минуту победил всех. Что такое победите, похвала, найс? Что за похвала вообще? Похвала. Сложно, просто победите, победите за время, победите за одну минуту. Ну-ка, сложность давай. А, и сверху еще метеорит какие-то падают, круто. Ну, на них тоже они действуют. Что мне нужно в воздухе чаржи вот эти вот. Иначе меня просто этими штуками завалит сейчас. Просто шарами завалило. Оп. Далее, и сразу падает эта штука. А там такая фигня есть, типа... Но он их тоже бьет, прикольно. Но меня насмерть убивает просто. Нет, нужно умение рывков. Капец, жесть тут, конечно, пошел.
Тут нужно больше умений. Здесь нужно умение рывков через, ну, когда ты в воздухе. Там было, я помню, в магазине такое. Машина тренировок. Вот он. Вот что мне нужно было. В воздухе нажмите РБ для быстрого рывка. Вот я без этого не мог выжить вообще там. Балпанч отбрасывает всех на пути. Когда шкала заполнится на одну ячейку, нажмите РТ, чтобы совершить рывок вперед. Слушай, ну здесь капец. Так-то. Да, я полезным навыком. Вот видите, я теперь в прыжке могу вот это делать, все понятно. Так, ладно. Посмотрели, поизучали. Вот такая вот игрулина, конечно, до Капхеда, как до Китая раком из Москвы. Тут еще ого-го, ого, фигать, там сзади что-то проходит. Не хватает немножко, конечно, вот какой-то полирнутости у игры, совершенно не хватает. Но, в принципе, любителям таких вот сражений, битв, почему бы и нет, очень даже неплохо зайдет наверняка. Вот, для меня это, скорее всего, обзором просто останется. Не вижу я дальше продолжения ее на своем канале. Яблоко экипирую. Я не знаю, как его экипировать, к сожалению. Это неизвестно мне. Вот. Оно вот у меня есть, но как его экипировать, я не знаю. Да, игра забавная, но надолго. Страдай, кричат. Да не, я не готов, ребят, страдать. Ладно. Потренили, посмотрели. Любопытная, кстати, штукенция все-таки, но на любителя. За что камеру, не знаю, сама упала. Я тут не виноват. Спасибо за внимание, лайк ставьте, писаем ссылочку на плейлист, обзорчиков будет. Вот, ну и... Там еще много интересных ссылочек в описании есть, нужно все применять. Там даже есть список всех игр, в которые я играл. Она тоже потом туда попадет. Ну а пока-пока. Ну-ка, давай я все-таки попробую. На сложном пройти, а? На. Какая живучая штука. А, попала. Отдохни, Вася! Ого! Даблхиты! Они своими метеоритами сами умирают. О, повернулся. Жестко. Воу-воу-воу. А. Тихо. Воу-воу-воу-воу-воу. Отлично. Осталось двоих завалить. Yeah! Do-do-do-do!